Добрый день, мои дорогие уважаемые подписчики, гости канала, уважаемые коллекционеры, любители истории и старины, случайный зритель моего скромного канала «Старины антиквариата», на связи канал «Что старой шкатулки». Меня зовут Руслан, всех приветствую, друзья мои, мира вам, добра, крепкого здоровья, мир вашему дому, мир в каждый дом. И сегодня у нас новое интересное видео, новый интересный обзор. Наша старинная постоянная рубрика «Моя работа с населением», «Мои покупки у населения», то, что люди принесли, то, что я выкупаю для своей светлой и доброй коллекции, или же на продажу на аукционе «Виолити», друзья. Ну и моя постоянная старинная рубрика «Мои походы на пункты приема макулатуры». Ищу историю, все это я успешно выкупаю у приемщиков, показываю на своем канале «Что в старой шкатулке». Честь, хвала коллекционерам, которые коллекционируют, которые собирают, которые хранят предметы, хранят историю, друзья мои. Вот такие вот предметы. Ну что ж, давайте начинать, посмотрим, рассмотрим, познакомимся с предметами поближе. Все как обычно, все как вы любите, друзья мои. А вы поставьте свой добрый лайк, напишите свои светлые, добрые комментарии, друзья мои. Не ленитесь, пишите. Вы знаете, что на все комментарии я стараюсь отвечать. Итак, давайте начинать. Сегодня забежал на пункт приема металла макулатуры к своему хорошему знакомому, приемщику. Давненько я у него не был, был я в командировке, друзья. Вчера только вот приехал и сразу же включаюсь в рабочую атмосферу. Забежал, он говорит, есть альбомы с фотографиями, друзья. Повезло, потому что такие предметы я коллекционирую, я собираю такие предметы. Особенно фотографии Великой Отечественной войны, царские фотографии. И мне повезло сегодня их выкупить, успешно выкупить. Сторговался я с приемщиком. Как ни удивительно, потому что цены там, конечно же, тоже ломаются такие большие. Понимает человек, что мне это нужно. И цены заламывают, конечно же, космические. Ну, повезло, выкупил, друзья. Спас историю от утилизации. Альбом вот такой вот замечательный, хороший, красивый. Смотрите, в хорошем состоянии альбом. Видно, что человек, бабушка или дедушка хранил этот альбом, гордился этим альбомом, потому что в этом альбоме вся его жизнь. Ну, как часто бывает, молодежь, память не хранят, видите, ушел на утилизацию. Как ни печально, как ни скорбно звучит, друзья мои, все это тоже попадается на пунктах приема металла макулатуры. Потому что мне писали комментарии, что Руслан, не может быть, чтобы это все было на утилизации, на свалке и так далее и тому подобное. Ну, друзья, вы знаете, что у меня от вас никаких секретов нет. У меня самый честный канал. Показываю то, что есть, друзья мои. Повезло сегодня выкупить, например, альбом. Я показываю альбом. Повезло выкупить какую-то там коллекцию значков, показываю коллекцию значков, или же куклы, или же там елочные игрушки и так далее. Ну вот, пожалуйста, вот такой вот альбом, чистенький, аккуратненький, вот такая вот вельвет здесь видите, старинный город, дарственная надпись 1954 года, друзья, он частично заполнен фотографиями, красивые фотографии, вот видите, вот первая фотография. Вот может быть какая-то семья, или же соседи, или же дружный большой коллектив, который собрался, видите. Вот такие вот простые люди, добрые люди, которые жили в то далекое время, друзья мои. Видите, люди жили дружно, мирно, не воевали, были простыми. Вот такие вот лица, друзья. Видите, такая вот фотография. Вот такие вот, очень много таких вот красивых девушек, как артистки. Смотрите, друзья. Вот ни капли силикона, никаких там губы, там, не знаю, груди, там, брови, глаза и так далее. Все натурально. Вот такие вот красивые девушки были. Наши мамы, бабушки, прабабушки и так далее. Смотрите. Вот такая вот здесь подборочка небольшая. Разные фотографии, 30-х годов фотографии есть, видите, и дети, и мужчины, и женщины. Здесь у нас военные фотографии есть, и свадьба здесь такая вот, видите, друзья мои. Такой вот альбомчик. Повезло мне выкупить. Супер. Такой вот военный лейтенант, 40-й год. Мама с дочкой или же подружки, может быть. Видите, такие вот простые лица людей. Очень красивые фотографии, друзья. Вот, пожалуйста, видите, молодой человек, у него знак ГТО. Здесь, видите, в военной форме, ребенок, семья. Красивые фотографии. Да, жалко, конечно, друзья, что такие предметы уходят на утилизацию, потому что они должны передаваться по наследству к
сыну, к дочке, к внукам, внучке, правнукам, правнукам и так далее. Это должно все храниться в семье. Оно не должно лежать где-то в каком-то ящике и ждать своего часа. Вот, пожалуйста, семья ветеранов, которые подарили нам мирное небо над головой, друзья. Смотрите, у него, видите, мужчина 25 лет победы в Отечественной войне. Здесь у него за победу над Германией, за отвагу, друзья мои. Очень была ценная эта медаль для ветерана. Ветеран труда, ну и юбилейные медали. Вот, пожалуйста, муж с женой, которые сфотографировались в ателье, где-то фотоателье. Смотрите, вот такие вот фотографии, друзья. Очень классные фотографии. Вот такой вот замечательный, добрый альбом. Супер, хорошая покупка. Ну и самые такие вот интересные фотографии, которые я отобрал, хочу вам показать, друзья мои, потому что они тоже заслуживают вашего драгоценного внимания, вашего драгоценного лайка. Вот такая вот фотография. К сожалению, видите, здесь есть такая вот надорванность. Я такие вот фотографии собираю. Собираю фотографии именно Великой Отечественной войны, моряков. И видите, у него здесь такая вот старинная форма, бескозырка, среди коллекционеров. Такое носит шуточное название «Блинчик», друзья, имени Фрунзе, видите? Сестра его, это может быть и брат, смотрите, видите? Такая довоенная фотография, друзья. Хорошая фотография, к сожалению, нету дасленной надписи. Здесь у нас такой вот бравый воин-артиллерист, лейтенант. Друзья, старинная форма, видите, у него петлицы артиллериста. И здесь у нас, слава богу, есть дарственная надпись. На долгую добрую память моему незабываемому другу Грише Савченко. Город Лубный, май 1940 год, друзья мои. Смотрите, такая вот фотография у нас здесь. Вот такой вот летчик, смотрите. Такое вот простое лицо, герой. Ветеран Отечественной войны. Вот такая вот у него офицерская портупея. Служебный головной убор, смотрите, где-то он на улице, какие-то ангары там самолетные, видите. Вдалеке, где там видно, видите, форма. Вот такие вот простые люди. Кокарды вышиты у него нитью. Видите, классная фотография. Это все отправится мне в коллекцию, мой альбомчик. В специальных альбомах все это хранится у меня, друзья. Вот, пожалуйста, вот у нас капитан, знак гвардия, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны за боевого красного знамени, отвага, у него две медали за отвагу, за взятие Берлина здесь, за боевые заслуги две медали, по-моему, или Сталинград, или Ленинград, друзья, плохо видно, вот такой вот тоже товарищ, ветеран, честь, хвала ветеранам Великой Отечественной войны, друзья. Вот такая вот замечательная фотография. Так, вот такая вот еще маленькая фотография есть тоже, друзья, видите. Ну и вот такая вот большая тоже, летчик. Ну, мне кажется, что это вот одно лицо видно. Видите, друзья, это уже может быть сделана уже современная фотография. Более старой фотографии сделана. Кто-то хранил память. Это еще старая военная фотография. Так, и, друзья мои, попались и царские фотографии. Интересные фотографии. Не часто мне попадаются именно царизм фотографии, открытки. Все меньше и меньше можно их встретить, к сожалению. Но, слава богу, есть. Итак, давайте посмотрим, быстренько пробежимся. Вот такой вот парень, вот такой вот молодой человек. Смотрите, вот такой вот у него задумчивый взгляд. Видите, цепочка для часов. Это 18-й год. На долгую память Тихону и Наташе Гончаровым. От Ильи Матвеевича Ильина. Друзья, Ильин. Есть такой артист Ильин. Так, дальше, вот такой вот, смотрите, мальчик такой, видите, что-то он такой какой-то невеселый, видите, стоит возле какого-то стула. Здесь у нас тоже какая-то есть дарственная надпись. Такая вот красивая барышня возле старинного кресла, смотрите, друзья мои, тоже. Тоже старая фотография, это 1917 год. 17-й год, друзья, вот такие вот детки. Вот так вот выглядели наши прапрапрабабушки и прапрапрадедушки, друзья. Смотрите, какие красавцы. Так, два друга, смотрите, два друга тоже сфотографировались на долгую память. Нету дарственной надписи. Такой вот молодой человек, друзья. Тоже видите, такой френче сидит. Сапоги у него, старинное кресло, камин, друзья. 14-й год тоже.
Такие вот две фотографии брата с сестрой, видите, похожи они вместе, копии. Гусаров фамилия. Ну и, может быть, брат с сестрой, наверное, да, друзья. Так, ну вот тоже, это какой у нас, 18-й год. Такой вот портретный, портретное такое фото большое, смотрите. Тоже вот такая вот семья. Видно, что дореволюционная фотография. Вот, мужчина, отец, дочка, жена его, вот, молодой человек. Цепочка у него серебряная, какой-то жетон висит, видите. Старинная такая вот мебель, друзья. Состояние даже очень-очень хорошее этой фотографии. Большая фотография. Примерно где-то она имеет 30 на 27 сантиметров. Видите, никаких дарственных надписей, к сожалению, не обнаружено. Жалко, конечно, что нету дарственной надписи. Можно было прочитать, друзья. Но, к сожалению, есть то, что есть. Все эти предметы, вот эти все фотографии, которые я вам показал, все это будет в моей коллекции. Особенно эти военные фотографии, потому что я их коллекционирую. Ну и альбом, который я сегодня выкупил на пункте приема металла макулатуры, друзья мои. Успешно спас историю от утилизации. Так, друзья, есть у меня две куклы. Сегодня ко мне позвонили тоже люди. Говорят, есть две старинные куклы. Приезжайте, посмотрите. Потому что мы делаем ремонт, они нам не нужны, мы хотим их продать. Друзья, конечно же, я приехал и выкупил эти две куклы. Куклы, ну, состояние, конечно, неплохое. Вот первая куколка в таком вот старинном наряде, друзья мои. Розовое такое вот платье у нее, видите. Такая вот красивая рыжеволосая девочка, фарфоровая куколка. Есть подставочка, вот такие вот сапожечки у нее белые, кожаные, красивые. Такие вот, видите, жемчуг такой, видите, здесь. Такие вот красивые у нее кружева здесь, друзья. Но есть такой вот небольшой дефект, видите, вот у нее отбит пальчик. Нету пальчика, сумочка есть и нету головного убора, друзья. Но слава богу, что сохранилась подставка. Видите, все можно поставить на подставочку, ну и любоваться. Кто собирает такие вот интересные куклы, фарфоровые куклы старинных нарядов, пишите, комментируйте, есть ли у вас такие вот ваши коллекции светлые и добрые, потому что я буду сегодня выставлять их на аукцион Виолетте. Я куклы не собираю, друзья мои. Показываю, повторюсь, то, что есть, то, что люди принесли, то и показываю. Так, ну и следующая вот такая вот замечательная большая кукла. Прошу прощения, это имеет 34 сантиметра, а вот это вот 40 сантиметров. Большая кукла, пальчики у нее целы, что нужно обращать внимание для коллекционеров, потому что реставрация обойдется очень дорого. Ну, такая вот красивая блондинка. Такие вот у нее красивые голубые глаза, друзья. Такой тоже старинный наряд, такой передничек у нее. Такие вот, такие вот у нее ботиночки. Ну, видно, что была подставка. Ну, видно, кто-то с детей играл. И подставка не сохранилась, к сожалению. Утрачена подставочка. Такая вот красивая у нее сумочка здесь, видите. Ну, супер, что не бита. Видите, вот такая вот красивая девочка. Шикарные волосы такие у нее, шикарный такой вот наряд у нее, тоже у нее такие вот кожаные ботиночки здесь. Все отлично, все хорошо. Замечательная покупка. Куклы я выкупаю с удовольствием. У меня, как правило, они долго не задерживаются, друзья мои. Только я выставляю, и у меня они сразу же уходят. Их покупают, успешно покупают, ну и все это я отправляю. Упаковываю, отправляю счастливому обладателю, коллекционеру, своему коллегам. Все, друзья мои, ну, показал все, что мог. Вот такие вот скромные покупки, не судите строго. Есть то, что есть. Думаю, что завтра будет новый день, будет лучше. Покажу то, что, может быть, завтра принесут. Или же сходим мы на пункт приема металла макулатуры, посмотрим, что же нам удастся там купить, друзья мои. Так что ждите новые интересные видео, новые интересные обзоры на канале «Что в старой шкатулке». Не судите строго, пишите, комментируйте данное видео. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего, доброго, мирного дня. Берегите себя, собирайте и коллекционируйте вместе с каналом «Что в старой шкатулке». Всем пока, удачи, до новых встреч в эфире. Пока.